покажи космопорт. Обалденно красиво. Просто шикарно. Мы в Новосибирске. 2 часа сейчас посидим, подождем Татьяну Андреевну. Она на Якутии прилетит. Красота какая. Да, тепло мне будет здесь в своем тулупчике, я уже чувствую. Прям пельмешки налеплены. Цены на пельмешки. Варенички, чаек, сметанка. Завтрак наконец-то. Итак, Новосибирск нас встретил шикарным завтраком за 980 рублей. Всадник на месте. Это радует. Так, набираем. Что набираем? Мышка. Передай привет папе. Все, мы добрались наконец-то. Тут, конечно, квартира холостяцкая. Нормальная квартира. Вот чем питается наш сын. Нормальное питание. Нормальное питание. Майонез, вискарь и сосиски. Это все с дня рождения еще осталось за майонез. Все, он нам кушать наготовил. Котлетки, вот гречечка. Все, что там в морозилке? Овощи. Все, водичку купил. Молодец. Теперь фильтр даже поменял. Кудри отрастил. Прикинь, Андрюха у нас вообще... Побулькай. Матрасик-то что-то это, как водяная кровать. Да он взывается за ночь, вот до такого состояния. Такой экранчик. Будем кино смотреть. Вот мы в метро. Данил сказал, что нечего жировать, ездить на такси. Дойдем до метро и доедем до вьетнамской кухни. Еле дошли. Обходными путями. Но Данюха-то своими какими-то этими повез нас, повел катакомбами. Мамуля вообще в шоке. Это что? Это как? Что за дорога к метро? Она же метро в основном году. Ну, город-то большой. Я за вами. Это... Мы пришли на фудкорт. Вьетнамскую кухню будем пробовать. Взяли вот уже соки тут всякие. Манго, мангостин. Попробуем наконец-то. Если мы не едем во Вьетнам, Вьетнам едет к нам, да? Заезжаем во Вьетнам. Вьетнамка еще не видела ни разу таких чеков. Ну, мы там набрали-то нормально, на 2090 рублей. А мы тут приходим 3 блюда и все. Это мы сейчас попробуем, потом уже будем. Так тут столько еды, я говорю, может мы не будем ничего готовить, а будем каждый день здесь есть? Ради бога. Тут что только нету, лапшу я смотрю люди там едят, я люблю лапшу. Я сам тут мало чего пробовал. Напитков, конечно. Супчик фо, баклажанчики, спасибо. Ну что, давай пробуй.
кальмары, да я не знаю. Ну, он горячий, да, пускай его смотрите. Ну, без кальмаров, это, видимо, по-вьетнамски с кальмарами. Почему в Таиланде с морепродуктами? Там все бросают, и кальмары, и креветка, и устрица. Грибы. Не, он такой должен быть. Совсем другой вкус. Кокосовым молоком пахнет. Ну-ка, сейчас я попробую. Это, конечно, подача. Том-ям. Ну да, тут просто что, говядина, кинза, лапша. А? Не, я острый не буду. Я покажу впервые последний раз, как он делается, вот так вот делается. Доложится. Так, немы или намы, как называют, немы. А вот это, я думала, будет завернуто, а оно просто креветка. Ну, еще должно было завернуто. Ну. Кто-то что-то недопонял. Короче, гуляют все. Все вкусно, но тайская еда как-то поинтереснее. А донюхи нормально, да? Мы что-то не можем осилить это все уже. Короче, Данил сказал, не пойдет больше с нами в магазин. А нам и не надо, да, Мус? Мы сами тут все оббегаем. Подушечки вот купили. К чаю. Арбузик. Ждем такси. Вот, пожалуйста. Смотрим кино. Так, не видно ничего. Кефирчик. У кого-то кефирчик, у кого-то вот комбо-набор. Вот такая красота. А ты покажи, что это на стене. Это напоминание на 6.30. Ты вроде не кинешь. Загадочные делишки. Я не знал, к чему это приведет, и жаждал выяснить. Но сперва я помчался к Энди, моему ключику в Берло. Так завтракают в лучших домах. Лондона и Парижа. У нас прохладно сегодня. Вот такая красота. Все желтое, красивое. Ждем такси. Максим сказал, надо гулять. Вот на такси прогуляемся. Вот такие виды тут у нас красотища. А вон следующее наше. Солнце скрылось. С утра прям солнышко было. А сейчас так, ветерочек, прохладно. Как раз заказ. Якутская погода. И так, когда поворачивают, да, так интересно. Ага. Как будто он так сделал и полетел. Низко так. Мы в Леруа. Уже скупились. Все недорого, но... Вышло нормально. Прям удивительно. Сегодня тут аншлаг просто. Да вообще. Свободных мест нет. Народу полно. Так вот и проводятся здесь дни. В гонке по магазинам. Мне захотелось быстренько выйти с этого магазина. Как это? Муравейник. Домой не захотелось еще. Второй день только, крепись. Такая тут жизнь в большом городе. Ждем. В это трудно поверить, но мы опять здесь. Мы прошли весь фудкорт. А он огроменный просто. Там есть даже зал с роялем, музыку играют. Ну, все равно пришли в свой уголок. Салат с манго, с креветками. Это креветки с овощами, а это рис с креветками. Все. Пичкаемся вьетнамской кухней. Сладкое.
Так, вон внизу, видишь, магазины? Только теперь вход, наверное, с той стороны. Пойдем. Сало, мам, смотри, какое с прослоечкой. Мы с тобой вот здесь зашли. А, мы же хотели эклеры эти попробовать. 350 рублей один, не слишком мило. Здравствуйте, мы один на один на троих порежем. Попробуйте наши эклеры, самые большие в городе. Самые дорогие. Шоппинг продолжается. Вечер уже. У нас ужин. Мы будем дегустировать плюшки. Как Макс сказал, фильм превращается в мукбанг. Ну, здесь а так. У меня самая маленькая кружка. Так, с вишней какая-то плюшка, эклер. Подожди, ты хоть покажи вишню. Вишня, да. Прям натуральная. Эклерчик, булочка такая, улитка с чем-то, какой-то крем или сыр. И вот это прелесть. Все, наконец-то мы дома. Время часов 7, наверное, да? Да. Ноги отбегали кого? Себе. Полвосьмого. Ну ладно, будем кушать. Кран на всю стену. Обалдеть. На горбушу. Тасманский дьявол. Огроменный просто. Красотища какая. Угу. Вообще как низко. Взглядом он ближе, чем на видео. Ага, чем на видео, ну. Мы приехали на полтора часа раньше, так получилось, чтобы не опоздать. Хотели пешком, потом Данил сказал, что мы сильно долго собираемся, пешком мы уже не успеем. Ну, поэтому вот так проводим время. Ходим, рябину снимаем. Я начиталась, у меня в хате поставили рак пищевода. Я там такого начитала, что, короче, все не... Вот гуляем. Идем. На ветру. Идем с дорожки. В поисках пирожных. Шутка. Не разглашай тайну. Сейчас поедем, кроссовочки сдадим в ремонт. И свободное время.
Интересно, вот смотрим, дверь. Для чего она здесь? Это же, наверное, водонапорная башня была? Или здесь была лестница раньше? Интересно. Люблю такие старинные всякие вещи. Тебе нравится? Да. Медленно так подъезжает, да? Понедельник, народу никого, красота, да? Кажется, что мы где-то в Питере. А мы всего лишь идем по карте. Наша с мамой тема, да? Грязными, ну. А вот в Абакане они сушащие такие, пушистые. Слушай, тут должны выдавать эти электросамокаты, чтобы все это обойти, посмотреть. Это же нереально вообще. Как тут можно посмотреть? Смотрите, тебе диваны не нужны, нечего их смотреть. Пойдем вон столы посмотрим. Не, ну вот приехал человек диван искать. Ой, да с благой не сравнится. Тут ты посмотри, так тут не еще это цокольный этаж только. А еще второй и третий. Но нам не на вокзал, нам у нас прежний маршрут. Да, мамусь? Да. Мамуся разлучила. Ветер на улице сегодня. Так, а нам на нижний этаж. Опять булки. Булки, плюшки, пироженки, булки. Просто преследуют нас. Десять сорок, подъем по лестнице. Конспектируем. А вообще пиши, везде пиши. По магазинам, метро, лестница, магазин. Ой, какой денечек сегодня. Шикарный. Солнышко. Пойдем сегодня в парк погуляем вечерком. Ага. Налево, Мусь. Можем и тут пройти. Можно налево. Такие тихие дворики. А у нас сегодня 20 градусов так-то. Но мы в куртках, как настоящие северяне. Жарко стены не ломит, так что гуляем. В тулупчиках.
Голубиная концертная площадка. Да, со мной не надо. Интервью. Проводи репортаж. Да снимай молча. Да что такое? Конечно, в штанах этих вечером тепло, хорошо. На утро надо в куртке ехать. Что, пошли дальше? Короче, на фото мы получаемся не в Вожнецке, будем видео снимать. Угу. Вот мы на прогулочке. В парке возле дома. Ой, сидеть приятно. Угу. Летят самолеты, машины гудят. Обзор домов вокруг. Площадки. Парк. Это парковочка. По мосту народ туда-сюда, туда-сюда. Дышим воздухом перед сном. После булочек и всякого. Завтра с утра опять. Кому-то за гардеробной, кому-то в больничку. Холтер снимать Татьяне Андреевне, да? Ой. Суета одна. Ох, низко прям где-то, да? Он. Обалдеть, как низко. Прикольно. И летают без конца. Мы тут весь день за самолетами наблюдаем. Да, Мусь? По городу ходим, за самолетами наблюдаем. Короче, я встала с матраса, и мама сравнялась с уровнем. Тут у нас просто это проблема. За час, получается, добралась от Заельцовской до Меги. На метро, на автобусе. Нормально.
кладовочку сейчас сделаем. Пожалуйста, политинформация. Свеженькая, 10-11 октября. Я думала, уже газеты такой не существует, труд. А она есть. Мы нашли лапшу на рынке. Наконец-то. А сырная есть? Вот сырная мусс. Вот она. Давай такую и такую возьмем. Все магазины обошла. Ни в Ашане, нигде нету. Только здесь. Вот вход в магазинчик. Кому интересно. Рядом со шторой пряжи. Вот она, мечта 90-х. Кто помнит, был такой автомобиль. Эх, класс. О, сегодня солнышко какое. Хорошее утро, небо голубое. Мы сегодня с мамой опять бегаем. Сегодня у нас очередная вылазка в клинику, в другую теперь. Вот. Если попал в Новосибирск, надо пройти все по полной. Да ничего вроде. Ну что вы хотите услышать? Все, погнали. Новый день. Ой, как красиво, смотри, в солнечных лучах все. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция. Уважаемые пассажиры, будьте взаимовежливы. Наконец-то мы попали в Бахетле. Я только слышала всякие байки про этот магазин. Ну, нигде конфет этих нет, а здесь есть. Пожалуйста. Диет питания, пожалуйста. На пару всякие котлетки. Вообще мы пирожные же пришли поглазеть. Мудрый еврей. Тебе такой не понравится. Почему? А он с изюмом, по-моему, не там. С изюмом. Чтобы в этот магазин надо ходить в начале отпуска, когда еще есть деньги. Музей, в котором есть все. Все, что душа пожелает. Да, центр здоровенный. И все так чинно, благородно. Все, процедуры прошли. Двигаем дальше. Тридцать четвертый год, ага. Обалдеть. Я опять сказала обалдеть. Мама ругает меня, что я слова-паразиты говорю. Можно сказать, удивительно, да, мам? Ну,
да, конечно. Ну вот видишь, как из себя выжить эти привычки. Мы с очередными пирожными решили пойти прогуляться. Готово? Готово. Да, не успели мы в этот раз на оперу. Нет никаких подходящих сеансов. Балет, ну балет как-то. Балет нам не очень, не зашел. На Гагаринской мы еще не были в этом году. Нас мотает по городу с тобой, Кэти. А поехали за хлебом, поехали. Данил не хочет с нами ездить никуда, на метро тем более. Для него это расстояние, а мы как пешеные. Кира и Таня, быстрая нога. По всему городу, так. Где у нас тут выход? Кропоткин в сторону Калинина. Наездились по магазинам, по больничкам. Там, я сегодня все в космопорт и домой. Ничего себе, точно. Передаю вахту Татьяне Андреевне. Пусть за мной ухаживает. Бурную неделю мы провели тут. Набегались, как совраски. Вот такая вот инсталляция на Танковой. Чудеса природы. Так она, в смысле, здесь на приколе, да, давно стоит? Там на приколе? Нет? Ты думаешь, она рабочая? Тут все поросло виноградом. Апокалипсис. Да. Ну, номера, если стоят. Фильмы можно снимать. Пойдем прогуляемся до магазина, в котором мы еще не были в этом сезоне. Надо же время до самолета чем-то занять, да, сын? Вот маму вожу. Ну. Цены на топливо, кому интересно, на 13 октября. Но это стрёмная заправка. Дорогая? Нет, просто бензин некачественный. Это мы идем по Ипподромской? Да. Тут по бензину котируется только Роснефть, Газпром и Лукойл, так, под вопросом. Да, по-моему, движение, конечно, вечернее. Вот предлагаю сыну взять свитерок. Не хочет за 7,5. Да что-то как-то. Мне оказывается, по статусу и багаж бесплатный уже положен давно. Я, оказывается, уже серебряный призер S7. А я еще купила багаж за мили. Деревня. Так что такие дела. Надо будет изучить свои привилегии. Да, зал, конечно, огроменный просто.
красота какая. Цены на конфеты космические. В 2-3 раза дороже, так что берите в городе. Дома. Пошел забирать чемодан. Ты, блядь, не уедешь, имеем чемодан. Такая вот погодка дома. Сейчас ждем багаж, пока выгрузят. И домой. Новый аэропорт вот у нас тут построился практически. Так что всем спасибо, всем пока.